Всем привет! На этой неделе закупочное видео мы с вами начнем прямо с понедельника, потому что в конце прошлой недели мы ничего не покупали. Посмотрим, какой у нас будет в плане закупок эта неделя. Начнем мы с вами с чая классического от фирмы Месмер. И купила я его на сайте Amazon, потому что отличная просто была цена. Я заплатила за две вот эти упаковки 2,99. Получается, здесь 50 пакетиков каждый, то есть это как двойная пачка. Обычно в магазине продаются упаковки по 25 пакетиков, и они стоят порядка 2 евро. Соответственно, 100 были бы у нас 8. Я заплатила всего 3. В общем, классная цена. Если кому-то нужно, если кто-то тоже пьет, можете в комментариях написать, я оставлю ссылку, потому что цена эта держится довольно-таки долго. В общем, я заказала и осталась, соответственно, довольна. И сегодня с утра я уже сходила в Росман, купила себе новый лак. Надеюсь, будут хорошо они вместе сочетаться. Вот такой бежевый, а этот с мелкими блесками. Прям мелкими-мелкими-мелкими, потому что крупные я не люблю. Хоть иногда и покупаю, но все-таки мелкие мне нравятся больше. И еще он не перламутровый, что тоже немаловажно. Что еще купила в Росман? На этой неделе средства для туалета от Vici Fresh в Росман. По скидке. Стоят они 1,29 за упаковку, но если при этом использовать приложение Росман, никакие купоны не нужно активировать, просто отсканировать приложение на кассе. Тогда каждая упаковка будет стоить 1 евро 11 центов. А если еще использовать купон минус 10%, который всегда, соответственно, тоже есть в приложении Росман, тогда цена будет 1 евро за упаковку. Я взяла 10 штук, можно без разницы, можно взять 1, 20, как хотите. Я взяла 8 разных и повторные вот эту синюю и зеленую. А так, в принципе, по ассортименту взяла все запахи, какие есть. Они мне нравятся, я, в принципе, не всегда их использую, но периодически. Что мне нравится, они помогают предотвратить появление калька в унитазе. И это прям хорошо, потому что вода у нас, по всей видимости, жесткая. Еще хочу сразу сказать, в Реве на этой неделе, если их покупать, они будут еще дешевле, потому что в проспекте указано, да, что при покупке минимум на 10 евро, 3 евро будет скидка. А чтобы там набрать на 10 евро, нужно взять 8 штучек, и тогда они будут по 91 центу, да, каждая. И если еще использовать умножение пунктов, например, на 10, тогда они вообще будут по 88 центов за штучку. То есть цена хорошая, да, но почему я взяла в Росман? Потому что когда подобная акция была в прошлый раз в Реве, их там разобрали все. И были только пустые полки, и мы не успели купить вообще ничего. Поэтому я лучше для надежности взяла в Росман, там их много, там прям целый стенд. Пусть будет. И потом, когда попаду в Реве, посмотрю, если там еще останутся, то куплю еще 8. Если нет, ну что поделать, тогда нет. И еще купила один красный скоросшиватель. Так, как я и сказала, 1,29 стоят все средства для туалета. 29 центов стоит папка и по 1 евро 79 центов лак. 16,77 промежуточная сумма, минус 10% купон на все. И вот это вот то, что я вам сказала. Супер шва модус от Vici Fresh. Скидка вот эта, чтобы получилось все по 1 евро 11 центов. 13,47 я заплатила. И я надеюсь, вы не забыли, я вам уже говорила, что в Росман в приложении проходит сейчас акция, да, и по достижении определенного порога при каждой покупке от 5 евро можно получить что-то бесплатное. И мне выпал вот этот купон на бесплатное мыло для рук. Когда в следующий раз я пойду в Росман, обязательно это мыло возьму, будет оно мне абсолютно бесплатно. Купон действует до середины марта, поэтому спешить необходимости нет. Я была в магазине Эдека. И хочу показать вам, наверное, даже не столько покупки, сколько интересности с ними связаны. Я купила снова фарш от Bauer & Good, свиной фарш. Стоит он 4 евро 99 центов. У меня вышло чуть больше 2 килограмм, ровно на 10 евро. Прям ювелирная работа продавца. Это раз. Потом я взяла такие вафли Knoppers, мы их очень любим, но только темные, вот именно dark. Мы пробовали и кокосовые, и обычные, и с арахисом, но только эти запали нам в душу. И взяла я их 3 пачки. И этим вафелькам есть такой замечательный купон. Он есть на полках в магазинах, да, или на рекламных стендах, там, где сейчас эти вафли по акции. Я взяла купон в магазине Эдека, знаю, что еще
в Рево на них есть акция, в Росман, но в Росман купон я не видела. В общем, при покупке 3 любых вафель 1 евро сразу получаете скидку. Вот здесь магазины, в которых они все участвуют. Эти вафельки, смотрите. Ну, я думаю, наверняка кто-то из вас найдет то, что хочет. До 6 апреля действует этот купон. Я, конечно же, взяла с собой еще. И думаю, в Реве потом возьму еще 3. Я думаю. Наверное, не знаю. Посмотрим, что по ценам. 1,49 стоят эти вафельки. Соответственно, 1 евро вычелся и 3,50, ну 3,47, да, я заплатила за 3 пачки. Классная получается цена. И 13,47 заплатила по итогу. Еще 7 пунктов получила на карту Deutschland Card. Смотрите, пункты считаются не от итоговой суммы, а от промежуточной. Тоже интересный момент. Что еще важного хотела сказать? В магазине Эдека, ну вообще в сети магазинов, да, то есть и в Marktkauf в том числе, есть такие купоны. Я о них не знала. К счастью, работник сказал, озвучил, да. Я, в принципе, обращала внимание, что люди, покупая мясо, фарш, ну вообще что-либо, да, на свежее, вот то, что не запакованное, дают какие-то карточки. Но не спрашивала никогда. И мне работник предложил, смотрите, собираем печати и получаем 5 евро скидку. Первое собираем, второе экономим. Ну, это прям отлично, да, трое пас, паспорт верности. Стоит быть верным. В чем смысл? Нужно собрать все штемпели, 10. Но у кого есть карта Deutschland Card, то им нужно только 9 штемпелей, собственно, как и у нас, да, у нас эта карта есть. За каждую покупку более чем на 5 евро в этом уголке получаете штемпели. Ну, мы, понятно, вы сами знаете, мы покупаем там часто. И еще я куплю мясо в Marktkauf на этой неделе. Будет еще один штемпель. Останется собрать еще 3. И мы получим скидку 5 евро на покупку. Не только там на мясо или что-то. Нет, просто на общую покупку. Мне кажется, это отличная акция. Если вы о ней не слышали, тоже спросите в вашем филиале. Думаю, есть смысл собирать пункты. Съездили мы в Marktkauf, но было уже поздно, и вот этот отдел со свежим мясом был уже закрыт. Поэтому мясо мы, к сожалению, не взяли, но купили мороженое. Уже части нету, как вы можете заметить. Взяла крабовые палочки, у меня есть пекинская капуста, хочу сделать салат. И взяла такое мороженое, кремиссимо, вот его я очень хотела. С кусочками пирога, да, теста, как брауни, в общем, очень вкусно, очень-очень-очень. Единственная абрикосовая часть дает кислинку, но в остальном мне действительно очень нравится. Там же встретили бекон био со скидкой 50% за 1 евро. Взяли на яичницу, купили красную рыбку на завтрак. Хочу на бутербродики. И к красной рыбе, конечно же, авокадо. Взяла био, потому что, ну, вкусно, правда. Вот не во всех товарах я могу сказать, что огромная разница во вкусе, но в случае с авокадо действительно био вкуснее, и тут я лучше больше заплачу. Помело купили. Тоже витаминки надо. Орешки в глазури. 2 пачки моцареллы. Еще раз конфетки такие, которые кашля хорошо помогают, с лимонным вкусом. По акции они были, поэтому я думаю, возьму лучше еще одну сразу, потому что выгодно. И все равно потом еще наверняка понадобится. Взяли еще яйца. 2 десятка яиц. Все, на этом все. Ну, к сожалению, без мяса, да. Чек опять 2, потому что использовала скидки в виде наклеек. Моцарелла стоит 99 центов. 2,69 стоит помело. Ну и понятно, да, что скидочки я клеила. Крабовые палочки 2,49 за 200 грамм. Копченая рыбка 5 евро тоже за 200 грамм. То есть, ну, я не скажу, что сильно изменилась цена именно на красную рыбу. Яйца 1,99. Мороженое тоже 1,99. Конфетки 1,19. Получается 1 евро за бекон. Да. И пфант мы отнесли на 9 евро 30 центов. Это купон на умножение пунктов. 6,75 мы доплатили. И 40 пунктов получили еще на карту Deutschland Card. Второй чек. Мороженое 2,29. Яйца
1,99, также логично. Орешки 1,19, моцарелла 99 центов, авокадо 1,49. 7,34 заплатили здесь и 3 пункта на карту Deutsche Landkarte получили. Подорожали овощи, вот именно сейчас, да, с этой недели, буквально еще на прошлой я покупала, например, огурцы. Сейчас они стоят 1,69, 1,99 за одну штуку. Я считаю, это дороговато. Паприка тоже поднялась в цене и айсберг-салат. Ну, в любом случае, конечно, овощи будем брать, но кто следит за ценами, немножко вот именно сейчас на овощи они начали подниматься. Сегодня я зашла в Реве, и, как и говорила, взяла там тоже вафельки, потому что они мега вкусные, и в Реве сейчас покупать их наиболее выгодно за счет, конечно же, пунктов. Воспользовалась купоном, который вам показала, и там же в Реве нашла молоко от Арла, лактоза, без лактозы. Оно сейчас по акции «Gratis Test». Нужен обязательно вот такое, такая пометка на упаковке. Ну, собственно говоря, я ее нашла в Реве, взяла и получу деньги обратно. Там же в Реве купила чипсы. Хотела взять сметана-зелень, но, к сожалению, не было. Если бы были, взяла бы побольше. И собачьи вкусняшки. Они пришли мне бесплатно на тестирование от сайта Реве. Раньше они, конечно, очень часто все мне присылали. Сейчас реже, но все равно еще не забывают. Прислали такие вкусняшки, что тоже меня всегда радует. Мед обычный от фирмы Я. Детям взяла йогурт Том и Джерри уголком с звездочками, с хрустящими. И купила еще авокадо. Взяла тоже, ну, пометки био нет, да, но все равно оно такое, ну, в общем, не знаю, мне показалось хорошим, надеюсь, будет тоже вкусным. И опять же, как говорила, взяла вот эти средства для туалета, разнообразные, 8 штук, и цена получается хорошая за счет того, что в Реве на этой неделе, да, если 8 штук купить, то 3 евро на них будет экстра скидка, поэтому у нас теперь запас большой, ближайшие долго-долго можно не брать. Так, это что касается Реве. Вкусняшки для собачек стоят 99 центов. Мне они вышли бесплатно, потому что мне прислали купон. 1,29 стоит средство для туалета. И вот оно, минус 3 евро, да. Эта акция называется «Весенняя уборка». И, соответственно, везде они вот эти повычитались, да. 39 центов с каждой упаковочки. То есть получается 90 центов и еще пункты. Отличная цена. Авокадо стоит 1,19, молоко 2 евро 9 центов, они полностью вернутся мне обратно. Йогурт по 39 центов, мед 3,79, чипсы 99 центов по 1 евро 49 центов, вафли и минус 1 евро с купона. 20 у меня была промежуточная сумма, 5 из них я оплатила пунктами, пайбэк, как я это всегда люблю делать, 14,63 наличными. И здесь же еще 2 евро получила пунктами обратно. Воспользовалась умножением на 10. И смотрите, экстра пункты, это на этой неделе, если активировать купоны в Реве, вот эти вот пункты пайбэк, если активировать, то 10 или 20% можно получить обратно на счет. Если активировать в магазине в автомате, тогда только 10%. А если в приложении, то 20%. Соответственно, я активировала вот эти вот 5 евро. И 1 евро получила обратно за счет активации. Сейчас я активирую эти 2, и из них еще 40 центов тоже получу обратно. В общем, все это приятно. Главное следить, не забывать. Можно получать вот такие вот бонусы всегда обратно на счет. Мясо придется мне купить тогда в конце недели. Съездим еще раз в Марткауф, только уже пораньше, чтобы не вечером. В остальном овощи тоже, я думаю, будут овощи и фрукты к концу недели, к выходным мы всегда их набираем. Поэтому в этом ролике у меня все. Спасибо вам за просмотр. Я желаю всего хорошего. Пока-пока.